положит конец моему крестовому походу. Будет Фокс, типа, Вентус нет. Так, самое начало. Так составы команды. Смотри, он даже оделся там по вечернему. Много редлайн, что терять. Я так переживаю за Фокс почему-то. Размен до пистолет. Пропустил в пузо все подряд. Мягко пистолет. Нет, паниши у Фокса сегодня. Думаешь, надо? Рэмот. Дрями. 2-2-3 скоро у спины. На конферму. Запорол. О, конферм. Что себе? Паниши нет сегодня у Фокса вообще. Думаешь, плечо там достанет? Ну, что-нибудь хотя бы, а в плюс переходить сегодня. Но все равно, ну, раненка в лицо. Как сказал, так рассказал. Бог луса, нет просто, ничего не произошло так сначала. Вот, угадал. Хорки упанишь, классно. Не достал. Лёха, понимаешь? Прокатил. Плюсики, о. Нет, лаунчер. Подтверждение лачерное. Ничего себе контрход. Поки пошли со всех сторон, куда не плюют. Хеллспикер как крашущий. Оу! На встречке. 220. А, плечо, лицо. Гопарь, фок. Паника. В третью секцию. Вошло плечо. Оу! Степил как бог. Компрометизация. Пуст! О, паник. Паниш нет. Еще раз. До возвращения. Все, спешл мидом. Оу! Все. Я могу крякать уткой, Владик. Давай. О, а что ж ты заблочил-то? Все, это Варзона в панике, все, все. Я вот, о, отлично, надо было Д ногу делать ебучую, серию шлюшную. Д 4-4. Во. Она же сейф. Да такой банят на турнир. Но сыка-то по конец раунда вообще, она прям имба. На дилее-то. Че, 1-0 пиши. Думаешь, напишу? Думаю, нет. Ожог. Ну чё, как ощущение, Фох, рассказывай. Фри, картофель? Пока что да, пока что нет сопротивления. И типа парень спит, явно еще разогревается. Контрстраты скоро понесутся. Да, он скоро начнет смешивать. Поп-кики понесутся, наверное, я так предполагаю. На вставаниях. На вставаниях, да, на встречах. Как у меня, наверное, да? Ну, агапареет в край, и будут грэбы, я предсказываю. Я ему советовал насчет грэбов, кстати. Вот, ты беситься с них начинаешь, типа, и все, и проигрываешь. Ну, вот как-то так, да. Ну, собственно, это все, наверное, путь к победе сейчас. Он все услышал, все узнал. Во, второй тайм. Берет по фри сейчас. Меня ничего не спасет. Ну, короче, этот бой забудем, начнем сейчас вот, сейчас. Давай, только паниши на месте. Не, паниши, сам ничего, чувак. А еще почему ты кричишь, что FF2, типа, паниши, что его паниши, джебами или чем? Левс. Там иногда вблизи у стены, типа, можно что-нибудь запанишить, наверное. Сейчас там будет было на подтверждение, но это мы плечи можем, кстати, сейчас. Ничего себе, F2-1 панишься, ой, хп улетел, видел с удара? Да. Пузо оторвало у Лили. Бог, улетел. Парин, смотри какая. Оу, хорошо. А Пол может чем-то ноги дебила панишить? Плечом. А шо ж Фок стоит просто так? Ну спал. А кстати, FF2, да, минус 10 всего.
Правки. Ты в хапкике сегодня, for life. Дал адвантажи, и сайдстепы после DF1, по классике, смотри. Встречка. О, какие земли, встречи не наказал. Блин, по все стороны летят. Плечи там тут не успевают все. Плечи тоже, или 10. F2. О! Что за... Какой-то внезапный удар, кто-то будет, куда-то было не видно. О, слайдами как... Там типа с коммунов всяких. Так это джипсами же, когда достают. Про две ладошки вперед. Две ладошки минус 12. Во! Мягко, что там? Confirmation. Ожидание встреч. Не забанил. О! Интересно, баллов можно их не принять по дженерику. О! Спешл медитизация. Че с чем? Вот ты сайдстепишь, а какое-то дерьмо делаешь, сайдстеп, какие-то джебы ебаные. Где он хотя бы DF1 сайдстеп? Походу, типа, это слишком так. О, все что ли? Ну, как-то да, совсем нет. Совсем плохо. Там моментом просто на плохой стороне. Тише. Impossible. Кип андерфлип. Делать. Не буду я как-то... Нет, делай DF1. Ну какой-то просто джеб ебаный суёшь. У тебя есть какие-нибудь пара медов дамагобов? Прям вот серия. Нету. DF3, 4 такое более-менее. Во, подойдет, кстати, да. DF3, 4, там же и NC, небось? Ну да. NC, но типа NC. Но ты делаешь типа... DF1, сайдстеп и, блядь, пошел эти... Бах-бах по бокам, вот, спинал под ногами. Нормально, блядь. Так еще D1 можно, кстати, чё? Война зона пишет, печально все будет, он в себя не верит, зачем так играть? А D1... Как мы прям... А, да, слышь, реально, D1 фол. D1-2-то там в спину, всякая гарантия. Во. Это понятно, но, чуваки, это же типа момент, же надо... Сайдстепа просто как это, просто... А я не могу, просто запарил. Я чё, кажется, что за херня, блин? Просто в блок, ну и зачем это говно делать? DF1 в блок, еще раз сайдстеп, еще что-нибудь сделал, Big Dash там, разводишь по-всякому. Разводишь. Тут видно, кто играет типа на рандоме, а кто нормально играет. Ты рандомщик. Думаешь? Ты типа просто пытаешься типа предугадать и все, а я типа играю то, что вижу. Не могу я просто так сайдстеп и нажать какой-то мув, это какая-то жесть. Если сайдстеп, если я увижу, что я сайдстепил, только тогда я что-то жму. Вот, ну увидел сайдстепил, делай бы один и все. О да, там уже поздно было. Как сказать, поздно, 14 фреймов, да. Да? Да, пань. Ну, это не поздно было. Ничего себе заплатил. А в какой пост? Пам-пау! Там пай второй, да? Там чего? Ну вот у Лео. DF1 отдал, да, это было? А, DF1-2, да. Чё с экстерметизацией? Ранен говна в волдан, не отбавит. Во, всё! Ааа, не успел уже. Как кинг СПП. Там эй, я ранен делал. Перебил. О! Встречка. Это был ПТМ. О! Хитбокс это. Подходящий. О, конфирм. О!
Брутальный пол. Че, ты решил 1 плюс 2 там заинтерать? Оу! Свечи! Да я и как встретил. Три таги. Воу! Спину стринг. Апкип он туда. Он постоянно делает спешл мид оттуда. После картвилла всегда спешл мид ебашит, если он в блок. Воу! Меньше! Думаешь, три так затагать? Воу, стрельба. Воу, спал. Что-то не использует своих дюзов. Воу, встал с попкиком, давно ждать. Момент он хочет вернуть. Опа, встреча. Вот это лаги пошли. Вот. Вау, ранен 3-4 дня, хотя косой был слабый. Ну что за рак? Да лагает, вообще невероятно просто. Это какой-то ад. Клатчевые блоки. Ох, Тор. Лагает. Лагибол. Так играть, так сразу игра другая. Лаг. Ну такое, да, после картвилла блок и бош хопкик. Там уже два раза подряд пошел миды были. Ну что, Warzone просто так кнопки жмет. Да. У него есть пару заготовленных вещей, например, там, что-то в хит, там, FF4, там. И потом что-то там он себе делает. Эти заготовленные 1 плюс 2, после чего-то там. Но у него есть паттерны, короче, какие-то. Вот, а так-то да. Так-то все, как ты сказал. Степчики, фух, степчики, ты что-то стоишь просто. Да иди в жопу, ты достал. Я степчик больше, чем, блин, больше, чем ты, больше, чем любой вообще из вас всех. Пусхер? И пусхер, и кто бы то ни был. Я просто степлю там, и когда такое, типа. Так правильно. Ну вот. Что значит стоишь, не стою? Я просто не знаю, типа, когда, что. Рандомно там что-то степлю. Надо рандомно степлить. Общин ну, селектором, я бы сказал. Ну ничего себе, что, я такой предсказуемый, что ли? Конечно. У него вот общин селект работает на блоке. Ты дал сесть? Все. Воу! Фри степит все, братан. Ну, фри. Жаль. Воу. Джагл непонятно. Воу! Контер хит. Так и так происходит на экране, я бы сказал. Во, БДЦ пароли. Уже панишь, хотя нам встретим. Воу, джагл там. Джагл, да, нету. Фокс сегодня без джаглов играет. Видишь, опять хапки этот надо по хапки пихать. Понял. Ничего себе там разводки. Майнгейм. О, дилей пошли. Встреча, встреч.
Федик. Ч? Кто предполагает Картвилл? Картвилл, какая. Blazing Kick! For win! Вау! Жесть! Шелест! Кстати, драг это Blazing Punished лаунчером. 1+2? Ну. Как Дельфис тоже лаунчер. Че это ПГБшки? А FF2 Хей не достает этот. Сам. О, вот оно. Понеслось. All-in. Оху, не нужны дагры сегодня. Так, есть время практиковаться. Мы уже панишим. Панишится. Ну, гадлай. Не сказал бы, что я там. Плечи панишь. Ух, сегодня без, знаешь, без джагла, без паниш и просто играет. Типа. Так. Просто запах. Вот сейчас мог бы джагл запанить. Так он же без джагла, без паниш играет. Зачем он панишь? Чё себе? Камбэк фактор? Камбэк. Воу! Кстати, лайк чувствуется на этом деле. Не, не надо. НС. На реакцию сел. Затыкал кнопками. Lucky Box. Lucky Box. Так, рассказывай, Фол, почему ты проиграл? Потому что надоело играть, как я первый бой играл. Типа, решил что-то другое поделать. Повлазить в его это. А ты, по-моему, 4-0 пропустил, драма. Да, понял. А, чё, или 3-1? У него стрик 4 было написано. Типа он же с Женьком играл? Да, да, 1, слышишь? Ой. Подслуживает, сидит уже. Да быстрее, ну господи! Лай, лам, лам, лай, гинжидзой, гин. Там поделал, поделал, попрыгал, я убрал. Ладно. Ну ты заметил, у тебя не было ни одного паниша, ни одного. Да, ничего не делал. Не знаю. Человек стоит и смотрит на Tekken. Да, классная игра. Персонажи классные. Синдром великого игрока. Вот. Когда он встретил ДК Стрил. У тебя 4 на реакцию сделал. Ну. О, ничего. B3. Лаунчером панишь сополнен. Че себе. Вот, таз, который я говорил. Смешивание. Попики понеслись там. Ух,
fight. Вот она. Вот она, миксапчик. Братки. Обман. Я под ним плюс 2 не панич. Вообще ничем. Ну этот баунс лили. Не, баунс-то хер с ним, а который ладошки вперед. А, ладошки вперед не начинал. И все норм. Б3 паришь, ладно. Воу-воу-воу! Гиммики! Смешивание. Окиземи. Дрями. Лагает, меня все раздражает. Не надо. Гей! Как сказать? Да что это такое? Ну, в натуре это какой-то хаос. Execution heavy. Что за дерьме из маты? Ни хера, ничего не... Все стопотко. Вообще, что ли? Коннект там, я не знаю, все плохо, жмешь input и input и все, какой-то провал на другом, полная говна. Сейчас вперед будешь лежать, пропал. Да, я вперед буду лежать, ну ладно. А потом на добыча нубская будет тоже играть со мной. Во! Че, ПТ-5? Ну? Чуть с ума сошли. Ну всяко. Добыча нубская не играет в Tekken. Воу. Чего? Как осторон. Так, раз в месяц. Ну. Ну и чё? Чё, типа не в счёт? Ну. Тогда я тоже не в счёт. Залупёт, ты играешь каждый день. Чего? Пошёл нахер, не играю каждый день. Сука, как не посмотришь, что драма на канале видос, везде фох, везде, везде. А я сколько я играю? Ну заметь, там не я, а Фос. А, ну заметь, я играю там 1-2 боя максимум. Давай бей Warzone. Давай покажи Tournament Skill, типа сейчас такое. Понял, нет? Индеец. Solid, типа? Ну, Solid Play. Не, это же Execution Heavy. Ну давай, давай. На панишах там всяких. Во, показывай. ПГДш паниш, там вся хуйня. Трэп-трэпы. Только смотри, как классно. Типовцы недостаточно. А, кривой, кстати. Да шлюха.
Зимбабве. Фри! Давай, фух, торновик мод, прям разгоняйся, быстро-быстро играй. Оборот повышится. Во! А что это такое? Прыжочки. Прыжок, откуда он взялся просто? Рак, отвечаю, чистый рак. Я сейчас встану и проиграю. Не надо. Фиксал. А что это такое? Хапкик на встречу, Ева даже думал. Я про это и говорил. То есть сейчас... Да, наступи на меня, да. Ну все, вот это одно и то же. Как это достает? Вот это мягенькое называют. Во! Оборотики давай, фоп! Торнамент оборотики. Во! Ланчер! Вот такие липли, кстати, что-то ланчер какого-то. Спину-то ничего не сделает. Ну хотя хоп кип кенсел, если бы все. Вот они просто! Вот они оборотики, торнамент мод, там вся хуйня. Он, наверное, пару раундов ты взял за FT5. А, он даже игру выиграл, все норм. Пошли, ты готов? Ты готов? Просто играем, слышишь? Какой? 5? Нет, я не буду.